Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать на мой канал Маша Зум. Сегодня я решила продолжить обозревать слаймы от Slime Shop 05. Кто еще не видел большую распаковку и обзор большей части слаймов, а части слаймов, которые мне пришла от этого магазина, то вы можете вот сюда тыкнуть, потому что у меня всего 50 слаймов, и я их не смогла обозреть все в одном видео. Я уже обозревала слаймы на Zoom-канале, и, собственно говоря, сегодня я решила продолжить обозревать слаймики на своем основном канале. И я подготовила 10 разных слаймов, они здесь 10 разных текстур, какие-то текстуры, конечно, повторяются, но здесь есть и Cloud, и Galaxy Slime, и Cream Slime, это, по-моему, Original, Clear Slime, короче, очень-очень много всего, баттер есть, у меня два баттера, а нет, у меня был крем и еще баттер, в общем, слаймов много, так что видео обещает быть очень интересным, так что запасайтесь тиёчком, ну а я буду начинать, поехали. И первый слайм, наверное, который я хочу посмотреть, будет вот этот вот ярко-фиолетовый, поэтому все остальные слаймики я отодвигаю в стороночку. Теперь я готова. Это Clear Slime. Он очень-очень насыщенного фиолетового цвета. К нему добавлены джекфруты, вот такие вот нарезанные. И, собственно говоря, давайте его уже откроем и посмотрим, что он из себя представляет. Он очень вкусно пахнет. Кстати, вы там подписывайтесь, да, не забывайте подписываться и лайкосики ставить, потому что мне будет очень приятно. Ну, а слайм безумно вкусно пахнущий. Вау, какой у него оттенок очень красивый. Очень яркий. Достается он очень странно, почему-то не понимаю, почему. Наверное, потому что они стояли на полу, а на полу очень холодно, и они замерзли, все слаймы. Не знаю, сейчас посмотрим. Как вы слышите, он очень хорошо кликает. Видите, насколько классно он растягивается, какой он прозрачный. Это какое-то безумие, потому что он очень вкусно пахнет. Я не знаю, как вам передать этот запах. Он очень приятный, пахнет как будто какой-то фруктовый десерт. И да, ой, что-то он порвался. Я хотела сказать то, что он очень классно кликает. И сейчас мы услышим, как же он хрустит. Делаем розочку, красотка получается, и хрустим. Ну что вы думаете? Вот реально, что вы думаете? Напишите в комментариях. Мне кажется, что он хрустит просто превосходно. И я сейчас предлагаю сделать Unreal просто. Unreal. Надуем пузырь. Let's go. О май гад. Он так быстро порвался, но он надулся. Давайте еще раз попробуем. Yes, я это сделала. А это значит то, что хорошее начало видео положено. И этому слайму я поставлю. Как вы думаете, сколько баллов я ему поставлю? Наверное, 1 из 5. Лол, конечно же нет. Я ему поставлю 5 из 5, потому что он превосходный. Вот реально, в нем все хорошо. Он не растаял, наоборот, не затвердел, не загустел, ничего такого. Очень классно хрустит, кликает. В общем, вы сами еще видели. И у него бомбезный запах. Поэтому это 5-ка, и слаймик уходит в сторонку. Слайм. Внимание, это будет такой вот голубой оригинал. В нем есть добавки, которых плохо видно. Сейчас откроем и увидим, что здесь что-то спрятано. Интересно. А, это уточка. Это слайм с уточкой. И он на белой основе и немножко растаял. И уточка немножко в слайме. Чуваем руки активатором. Слайм закатываем. Блин, я вся испачкалась в слайме, чтобы вы понимали. Я испачкала новую кофту. Ладно, Маша рукожопка в деле. Достаем слим. Внизу он плотный, как это понимать? Вот как это реально понимать? Я добавила активатора, а внизу слайм прям был очень плотный. Что за приколы? Кстати, пахнет он ананасом, вроде бы. Очень вкусно. Нифига себе, как он хрустит. Вы это слышали? Не, ну вы реально это слышали. Давайте попробуем им как можно дольше пофлипать, и тогда он заактивируется, и не будет типа таких вот волнистых штучек в слайме.
Он такой приятный на самом деле. И очень глянцевый. Это точно оригинал. Да, это оригинал. Ну, по-моему, это глосси. Потому что такой прям классно глянцевый. Но он немножечко плотный, наверное, для глосси. Поэтому это реально оригинал. Короче говоря, я, как обычно, решила поразмышлять на тему текстур слайма. Такая, знаете, прям эксперт. Я считаю, что это огненный слайм. Очень классный. У него плотная текстура. После добавления активатора она, конечно, стала еще более плотная. Очень приятная в то же время. Не знаю, что еще добавить. Он реально кайфовый. Вот какую оценку вы бы поставили этому слайму? Скорее пишите в комментариях. Реально было бы интересно услышать от вас ваше мнение. Ну, а я этот слимик убираю в контейнер и говорю ему пока, но не говорю ему прощаю, потому что я с ним буду играть, походу. Он мне очень-очень вкатил. Походу, он немножечко увеличился, даже не немножечко, а прям так нормальненько увеличился, но ничего страшного. И следующий слайм будет вот такой вот, на прозрачной основе, с классными красивыми добавками. Это облачка всякие разные, там какие-то цветочки. Давайте его побыстрее откроем. Здесь еще есть пенопластовые шарики, очень красивые. Давайте это все замешаем, посмотрим, как это будет выглядеть. Он такой плотный. Я даже немножечко в шоке. Посмотрите, как красиво растягивается. И очень прозрачный. Окей, я полностью очистила контейнер. Слимик весь на столе. У него очень красивые добавки, поэтому я поднесу его к вам поближе. Просто посмотрите на него. Пахнет он какими-то конфетами. Мармеладками. Же запах похож. Есть стержни ручек, которые пахнут какими-то фруктами. Вот прям похожий очень аромат. Высший класс, как вы понимаете, просто на 95% из 95% по 95% шкале. Очень-очень классно, очень-очень плотная текстура, прям очень, как много слов очень, но это действительно так. Мне кажется, даже этот клер как-то отличается от некоторых других клеров, потому что он сверх какой-то идеальный. Окей, гайз, предлагаю этот слайм называть облачко джус, типа облачный сок, и убираем его в контейнер. Мне он очень зашел, прям классный. Переходим к следующему. Следующий слайм будет тоже текстуры клир. Он такой весь летний, с киви, с лимоном, прям как будто какой-то коктейль фруктовый. Ну, если вам заметно, здесь даже до цвета они как бы замешаны. Здесь более зеленая часть, а здесь более желтенькая. И он даже немножечко вытекает. Вы посмотрите, какая красота. Что так рвешься? Подозрительно пахнет. Он, конечно же, киви, наверное. Вкусный аромат, но мне почему-то опять напоминает ананас. Я не знаю, может быть, со мной что-то не так. Наверное, это все-таки киви. А может быть, все остальные слаймы пахли киви? Интересно. Посмотрите. Мега прозрачный. И, кстати, вот у этого текстура немножечко отличается. Хотя он тоже клер. Как вы видите, он типа рвется немножко. Но сейчас мы попробуем им поиграть, и, наверное, что-то изменится. Красивая розочка получается. Дорогие друзья! Я прям влюбилась опять. Наверное, в цвет. Мне очень нравится этот неоновый такой зелено-желтый цвет. Я люблю его в одежде и в слаймах тем более. Я прям на нем зависла. Все в нем.
вроде бы неплохо. Не идеально, может быть, потому что он какие-то следы на руках оставляет. Но мне прям вкатывает. Послушаем еще раз, как он кликает. Надеюсь, вы еще не наслушались. Ну, кайф же, да? Растягивается в тоненькую и мега прозрачную пленку. Хрустит круто. Единственный его минус, он как будто типа немножечко оставляет следы на руках. Я думаю, что он супер увеличился. Смотрим. Походу, закрою контейнер. О май гад, о май гад. Круто будет крем-база. Почему крем-база, крем-слайм? Ну, в общем, вы меня понимаете. Здесь такие вот лепесточки. Вот такой вот слайм, когда его открываешь, вот так вот красиво он выглядит. Пахнет он чем-то ванильным и очень вкусным. Смотрим. О, какой он интересный. Вкусно пахнет, очень прям, настолько вкусно, что у меня сейчас, мне кажется, будет бурлить живот и все такое, потому что он так вкусно пахнет ванильными штуками. Посмотрите, какая у него шикарнейшая текстура, она очень мягкая. Несмотря на то, что это не баттер, я хочу попробовать размазать. Все равно он мажется, даже несмотря на то, что он крем. Он такие звуки крутейшие издает, послушайте, просто даже как я им играю. Розочка выше всех похвал. Моя собака услышала, что я играю в слаймы и пришла отпробовать кремовый слайм, да? Да, Баксик? Он зачем-то прилетел сюда. Ребят, ну это очень классно. Я вам реально говорю, я не ожидала, что такие классные слаймы могут быть все. Просто еще пока не было ни одного какого-то стрёмного слайма, они все крутые. Это реально шок. Очень красивая текстура, я не удержалась и сделала еще одну розочку, посмотрите. Это было круто на самом деле. Этому слайму я поставлю 5 с тремя плюсами, потому что он очень классный, я не могу его выпустить из рук. Хочется им играть, играть и играть. Вот это самый пока что идеальный из идеальнейших слаймов, наверное, на сегодня. Они все какие-то идеальные, этот прям супер идеальный. Я не знаю, как вам объяснить. Я настолько с ним заигралась, что захотела спать. Капец. Он увеличился, да, как вы понимаете, вот как-то так. Вот такой вот на прозрачной основе. Здесь очень много всяких добавок, они все разные. И есть еще фом-чанксы и пенопластовые шарики. Смотрим. Нифига себе, какая опять плотная текстура. Он как будто пахнет каким-то энергетиком, реально. Очень прозрачный, какой-то новый аромат, очень вкусный, как будто реально то ли энергетик, то ли какая-то газировка, что-то такое напоминает. Чудесный. Чудесный розочка. Вы могли, да, наверное, заметить, какой он прозрачный при растягивании. Даже сейчас я с ним играла, но все равно он очень прозрачный. Из него вылетел пенопластовый шарик. О, май гад. Я почти это сделала, но я это не сделала. Я не надула огромный пузырь, но ничего страшного. Мне кажется, должна быть сверхкрасивая розочка. Давайте попробуем это сделать. Кстати, реально так много добавок, что они практически не влетают, за исключением одного пенопластового шарика. Так что я считаю, что они прям хорошо держатся. Сейчас выглядит все красиво на прозрачной основе. И вот такой вот чудесной розочки получается. Кайф. Реально просто кайф, мне понравилось. А как вам?
Расскажите о своих впечатлениях от этого слайма в комментариях. Нет, следующий слайм будет Galaxy Slime. Это Galaxy Star Slime, потому что здесь очень много звездочек. Ой, такой красивый. Посмотрите, какая текстура. Класс. Очень плотный. Очень классно хрустит. По запаху новый, опять-таки, аромат. Не понимаю, по-моему, пахнет черникой. Очень прозрачный. Сейчас вы услышите дичайший хруст. Сначала посмотрите, какая красота, а теперь дичайший хруст. Бомбезно. Согласитесь, такая красивая розочка. Я этой пушке ставлю 10 баллов из 10, 10 баллов из 5. Очень классная текстура, мега плотный слайм, прям обалденный. И мы его с вами убираем в контейнер. Следующий слайм будет вот такой вот, очень-очень такой нежный, прям ванильный. Это оригинал. Я его так хотела посмотреть, потому что он очень вкусно пахнет, я его уже открывала, пахнет безумно. Кокосом, ванилькой, шоколадом. В общем, всем самым-самым вкусным. Теперь достаем. Наверное, упс, у меня просто кусок слайма отлетел. Руки смажем активатором, потому что он немножечко уже растаял. Белая основа дает о себе знать. Немножко растаял, а снизу все оки. Офигеть, это что, тирамису слайм? Вы посмотрите, какой шикарный, просто шикарный шармик. Нифига, он прикольный. Очень много, оказывается, всяких добавок в слайме, о которых я даже не подозревала. То есть много пенопластовых шариков, кондитерских посыпок и так далее. Он сейчас немного прилипает к рукам, но несмотря на это все, он очень классно хрустит. Прям пушка, ну вы сами это слышали. Я сейчас хочу очистить шармик, я это сделала. И посмотрите, какой он красивый. Я думала, что это все слайм. Но нет, это как будто такая молочная карамель или что-то типа такое. В общем, очень красивый. Первый раз такой шарм вижу. Обычно все шармики, знаете, какие-то уже стандартные, одинаковые, с Алиэкспресса заказанные. Ну, то есть, прям реально. Кстати говоря, очень глянцевый слайм, если вы еще не заметили. Поняли, что я немножечко зависла на этом слайме, потому что он, ну вы сами понимаете, какой он просто клевый. Он мега увеличился, по-моему, прям очень сильно, очень классно хрустит, у него очень нежная такая текстура, даже немножечко, наверное, не оригинал, а как будто чуть-чуть где-то это крем слайм, типа такого, ну то есть он отличается от него, но он настолько увеличивается при игре, он настолько нежный, настолько кремовый, что я начинаю что-то подозревать. Классно смотрится, да? Клауд оставим на десерт, так что давайте смотреть на баттер. В нем тоже много всяких добавок прикольных. Пахнет клубникой. Ага. Ой, такой персиковый. В смысле, вот у него такая текстура персиковая, как попка персика. Ну, вы видели, да? Посмотрите. Просто посмотрите. Баночка абсолютно чиста. И первым делом, что надо сделать с баттером, конечно же, его размазать. И вы посмотрите, в какую тоненькую пленочку мажется. Кайф. Дорогу шикарным слаймам.
Очень красивая розочка была. Очень приятная текстура. Нежная, в меру плотная, даже немножечко глянцевая. И сейчас попробуем сделать красивую розочку. Что-то пошло не так, но в любом случае это выглядит симпотно. Очень хорошо напитывает воздух, слайм прям увеличивается. Прям классно как увеличивается, классно вообще мажется. Он уже вышел из кадра, и он вот до сих пор просто размазывался. Нежно, хочется с ним играть, играть и играть. И я реально как будто с этим слаймом уже засыпаю. Хотя, блин, как бы время обеда. А я реально так хочу спать, как будто этот слайм меня убаюкал. И, внимание, финальный слайм на сегодня. Это Клауд, конечно же. Я его оставила на десерт. Как вы знаете, Клауды просто пушка. Надеюсь, что этот Клауд тоже будет просто пушка. Он с такими посыпками прикольными. Ладно, достаем и смотрим. О, да, он начинает дризлить уже прям из баночки. Все достала, немножечко осталось в баночке, конечно, следов. Посмотрите, какая красота. Здесь не надо ничего замешивать, никаких цветов, он просто персиковый, поэтому начинаем с ним играть. Мне здесь просто не хватает места, чтобы его прям раздризлить. Класс. Пробуем его еще раз хорошенько раздризлить. И пускаем эту волну. Согласитесь, что красиво. Не знаю, как вам вообще нравятся Клауды. Напишите в комментариях, да или нет. До этого я как бы не особо их прям супер любила, но мне нравились, когда они классные. А попадались они классные редко. Но сейчас они мне прям вот запали в душу, потому что они так круто дризлят. Наконец-таки это свершилось, я нашла идеальные Клауды. Ой, когда ты просто обзорщик слаймов от Бога. Вы посмотрите, как круто. Такая шторка. Класса тень. Ну что, ребят, на этом у нас слимики закончились на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Не забудьте жмякнуть лайкос, если вы хотите, чтобы я продолжала снимать обзоры слаймов на этот канал и на мой слайм-канал. Кто не знает, у меня есть слайм-канал Zoom Slime. Обязательно заходите, смотрите видео, подписывайтесь, потому что там стараюсь как можно чаще выкладывать видео. Иногда это происходит каждый день, иногда это через день, иногда два раза в день. В общем, все по ситуации на самом деле зависит. Я вас там жду. Подписывайтесь. Ну и на этот канал Маша Zoom тоже, конечно же, подписывайтесь. Не забудьте написать, какой слаймик вам сегодня понравился больше всего, какой меньше всего. Мне будет очень интересно узнать. Ну а я вас очень сильно всех люблю и увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи, всем поки, токи и класс. Классных слаймов!